Огромные арбузы. Салам алейкум, всем добрый день. Мы приехали на Бахчу. 1 гектар арбузов. Как говорит Абуба. Абуба, тебе слово. Где? Посмотрите, какие большие арбузы. Так, больше всего обращаются. Вот. Давай посмотрим, что там. Под листьями, вот. Да. Огромнейшие. Больше всего обращаюсь к любителям клубники. И извиняюсь за то, что в этом году нету, потому что там... Ну, проблемы были с клубникой какие-то. Да. Но вместо клубники могу предложить посмотреть. Давайте пройдем, посмотрим. Вроде нормально уродился. Пусть мы посмотрим. Там это хороший сорт. Большие-большие арбузы. Сорт называется Користан. Как? Користан. Да, ну, самый лучший сорт. Вот 1 гектар. Ты пробовал уже эти арбузы? Мы пробовали. Сладкие или? Сладкие. Поспели? Поспели. И сейчас даже попробуем все вместе. А. Так что приглашаю. Абуба. Рядом с клубничным полем. Я понял. Ну, вопрос такой сразу. Напишут в комментариях. Как тебе доехать, где это находится? Объясни. Клубничникам объясняю. Кто был на клубнике? Да. Кто был на клубнике? Прямо там же. Прямо там же. Да, да. А кто не был на клубнике, да? Район форелевого хозяйства в Нартане. Ну, мой телефон Алимдас. Позвоните, я продиктую. Еще продиктую, еще раз продиктую. 8-964-035-69-48. Значит, смотрите, те, кто выезжает из Нальчика, надо ехать через Задиюх, да? Да. Потом, значит, вот этот мост будет. Мост проезжаешь, потом на мост направо, опять в сторону Пятигорска, и сразу же направо опять вниз. Это я объясню, буду объяснять индивидуально. Арбузов, честно, ну... А гектар это, кажется, ну, много. Здесь очень хорошие, крупные арбузы. Все равно быстро загучатся они. Вот, давайте вот этот возьмем. Вот, смотри, не видно. Они тут по два, по три. Штуки, да. Это тройняшки. Семья целая здесь. Тройняшки. Тройняшки, да. Вот, это ой, Альна, сына, смотрите. Сейчас мы на весах. Давайте на весы поставим. На весы посмотрим. Сайсам, ну, арбузы есть, так да, скажем. Для клиента вопрос цены. Вот сейчас мы узнаем, он пока в секрете держит. Да. Надо взвесить. Как шпион. Сейчас взвесим. Да, там грузика нет, грузика этот. Как он? Не салопанчика. Куда, Алин? Ну, 13,5 килограмм. Сейчас, подожди, я где тут? Не врет, весы не врут, да? Нет. Все четко работает. 13,5 килограмм. Ну, в среднем такие. 13,5 килограмм. Но они большие, крупные здесь. От 10 до 15 килограмм. Да. Абуба, теперь вопрос, который всех будет интересовать. Цена. Ну, я не знаю, говорят там 20-25. 22-25. Да, 22. Вот за сколько ты... Ну, если устроить 15 рублей. Это 15, очень это недорого, Тайсон. Ты специалист по арбузам сегодня. То есть ты готов за 15... Приезжайте с детьми, покажите, как покажите, как растут арбузы. Дети. Не дай бог, тебе по пути арбузники. Дети приедете, обязательно здесь... Угостим их арбузами. За такую цену тебе арбузники могут темную устроить. Пускай строят и 1 гектар, что... Так подожди, это можно сказать, что самые дешевые арбузы в Кабардино-Балкарии? Нет, такой цены. Нету, да? Нету. Когда клубнику продавался... Это была самая дешевая, вообще, не только у нас. Когда же мне темную никто не делал? Честно, люди потом скажут, чем за 15 году продавать, может, бесплатно отдашь. Абуба, ну ты готов к наплыву клиентов, да? Все, я готов, поле готово, арбузы созрели. Неделю назад я прекратил подачу воды, но она хорошо зрела, воду прикрывает. И вот, сами видели, сколько ее здесь. Понятно. Все, значит, приглашаю. Что, дорогу ты хотел рассказать, да? Говорит, дорогу я индивидуально. По телефону он будет. Кто по телефону, был, да, по да, телефону. Кто был на клубнике, они знают, как сюда ехать. Угу. Не, кто не был. Да, Алин, все были. Мы на можем сейчас даже обратную снять, как выезжаем. Да не надо, не надо. Да. Но это до это я, непонятно да, будет да, все равно. Да. Непонятно. Нартане доехать до форель, забить. Нартан, форель.
район. Не, в сам Нартан мы не заезжаем. Нет, мы едем мимо Нартана. Дорковы, в сторону дач. Как кто-то позвонит, я просто могу даже сейчас век высоких технологий. Геоданные скинуть, и они сразу машина приезжают. Все понятно. 15 да. рублей килограмм арбузов. Да, приезжайте, стоит, звоните. Да. Абуба. Что? Далеко не надо ездить за арбузами. Все? Так, все. И даже готов к тому, чтобы угостить. Да, вот если... Детей это святое, дети, да? Дети святое. Пусть они видят, как растет этот арбуз. Да, да. Как человек своим трудом выращивает такие сладкие арбузы. Да. Ну, насчет сладких мы не знаем, мы пока не попробуем. Да.